Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую назвал «Так бывало и у нас в России». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Я не по березе или елью, и не клён, опавший надо мной, прилетел я пред ковидную напастью, удивлён простой заботой тобой. Прилетел я пред ковидную напастью, удивлен простой заботой и тобой. Ты не громко, бессловесной пыли, тихо, скромно встретила меня. Обласкала, документ вручила, объяснила все мои права. Обласкала, документ вручила, объяснила все мои права. А потом заботы кружила, упреди желанием моим. Как-то непривычно без условий полетели сладостные дни. Как-то непривычно без условий полетели сладостные дни. Так бывало и у нас в России, когда в школу в первый класс мы шли. Родина и нас тогда любила. Улетели, годы те прошли. Родина и нас тогда любила. Улетели, годы те прошли. И теперь, когда уже седины, и на все уж не хватает сил, ту заботу, как у нас в России, я в стране чудесно ощутил. Ту заботу, как у нас в России, я в стране чудесной ощутил. Заботу, как у нас в России, я в стране чудесной ощутил. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт».
экспромт, так бывало и у нас в России. Слова, музыка, исполнение самого.